меня этот год был, это знакомство с собой, понимание, что я здесь делаю, куда я иду. Если сейчас вы в тупике, не знаете, куда идти, заблудились, запутались, может быть, не нравится та работа, которая есть, вас не устраивают отношения, которые есть. То есть из какой-то нужды отличный вариант. Я даже не думала, что я способна на такие вещи, которые тут происходили. Это волшебство, которое со мной произошло. Практика дает возможность вот как раз этот потенциал, творческий потенциал в себе открыть, и его полностью реализовать в своей обычной профессии, даже не становясь учителем кундалини-йоги. Это то, где каждая уникальность может почувствовать себя на своем месте. Вам не нужно быть таким, как кто-то. Можно быть собой. Преподаватели во Вьетнаме — это очень сильные, харизматичные, вообще очень, очень сильные энергетические люди, от которых ты просто, даже находясь в поле, заряжаешься. Кто-то из вас продолжит преподавать, кто-то откроет для себя какое-то новое или давно забытое, что-то важное, да, ради чего стоит жить. Потому что иногда мы про это забываем. Я хочу вам всем пожелать незабываемого опыта и воссоединения со своими ценностями, реализации их в своей жизни. Ждем вас, друзья, очень рады, всех любим. До встречи!